давайте слово и сложность. Леша опять исчез, что ли? Я здесь. Леша, Фокин, с днем рождения, во-первых. Во-вторых, подходи, пожалуйста, на сцену. Нет, мы, в принципе, изначально попали. Мы чуть-чуть так написали, потом выучили. Это очень сложно. Потом сыграть же это все, это беду. Раз, раз. Еще скрип. Слова. Но мне она точно не нужна. Проблема в том, что я привык в этот микрофон делать вот так. Можете убавить? Можете меня убавить? Ребята. Раз, 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 раз. Так нормально? Продолжай. Чек, 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 чек. Чек, чек, чек. Можно, пожалуйста, убавить? Погоди, погоди, погоди. Давайте еще раз. Я... Можно, пожалуйста, вас совсем немножко повысить? Все хотят друг друга понизить. А что с ним? Побольше? Побольше? Больше баса, можно? Больше, наверное, нормально. Больше баса. Здесь майор, родное братство. Все, пошли. Давай, поехали. Поехали, поехали. О, поехали. В этот раз я не знаю. Пусть работал берега, шумно мы забили танцами. Мы собрались будить за нашли экзамен. Оставалось 2 часа всего, а мы еще не знали. Теорему каши, а если препод скажет, давай быстро напиши. Какой я сплю, какие
Спасибо.